Добрый день, с вами Империя Пикчер, и сегодня я покажу вам, как нарисовать Соню маркерами. А если вас интересует тема рисования, то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение. Заходите, обучайтесь вместе с нами. Рисовать мы будем в нашем классном скетчбуке от Империя Пикчер. У нас в наборе есть непромыкайка для маркеров, которую мы подкладываем под листочек, чтобы у нас ничего не отпечатывалось. Берем карандашик мягкости B или HB, они хорошо подходят для наброска, и намечаем силуэт Сони в формате листа. Мы начнем с головы, она будет такой довольно крупной, по форме напоминающей овал, немножечко заостренный по краям слева и справа. Далее мы прорисовываем тело в виде трапеции и добавляем руки, расширяя их немножечко к низу. Левая ручка идет вниз. Правая ручка немножечко вверх. На концах руки добавляем коготки по 4 штучки. Далее мы прорисовываем ножки и добавляем снизу толщиночки такие. Затем рисуем хвостик. В свободном тут пространстве добавляем на него полоски. Снизу платья тоже намечаем такую широкую часть. Далее прорисовываем волосы. Можно наметить круг и два малых круга возле него. Далее треугольные ушки с немного закругленным краем, внутренняя часть ушка. И покажем круглые сережки. Также наметим две заколочки по левой стороне, а справа, чуть-чуть правее центра, мы намечаем нос, сверху глаза и реснички. И снизу ротик, немножечко так наискосочек и левее носа под левым глазиком. Теперь берем черный линер и начинаем аккуратно вводить карандашный контур, стараясь за него не заходить. Пока вы это делаете, я вам напомню, что в нашей художественной школе открылось заочное обучение. Теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома, а получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать свое любимое дело своей профессией. Ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео, и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные 7 дней. Заходите, обучайтесь вместе с нами. После того, как все ввели, ластиком стираем карандаш и приступаем к работе цветом. Глазки можно закрасить линером, показывая зрачок, оставив там небольшой белый блячок. Берем цвет розовый, самый светлый, 198 оттеночек, и закрашиваю лапку. Затем добавляю полосочки на хвостики через одну. Потом мы закрашиваем аккуратненько ножки. Снизу пока оставляем ножки нетронутыми и вторую ручку доделываем. Затем используем этот же цвет на голове. Закрасим всю голову аккуратно. Теперь коричневый цвет, 93-й, используем на кончиках ушек. Намечаем симметрично одно и второе ушко. Более темным цветом я использую 92, темно-коричневый, внутреннюю часть ушка создаем. Также этот же цвет добавим на оставшиеся полоски у хвостика. И наметим внутреннюю часть ротика, оставив белые зубки. Серым цветом CG6 мы прорисовываем носик. Затем 85-м фиолетовым, таким розово-фиолетовым оттенком, я закрашиваю верхнюю часть платьишка. Начинаю от краев, а далее можно ускориться и заполнить пространство внутри. Также этот цвет добавляем на нижнюю часть ног и на наши коготки рук. Бровки тоже можно сделать этим оттенком. 87-м цветом, ярко-розовым, я показываю нижнюю часть платья. Также его можно добавить на заколки и на сережки, чтобы поддержать платьишко. Затем закрашиваю волосы, они будут у нас такого красного оттенка. С правой стороны у меня даже получилось две таких детали, два пучочка. И далее добавляем 85-м оттенком тени по низу. И цветом номер 87 сверху проходимся, чтобы сделать плавные границы перехода. Берем цвет 86, розовенький,
и затемняем пространство возле глаз по краю, создавая вот такую легкую точку. Ближе к глазам мы можем сделать этот цвет плотненько. Главное по краешку растянуть точечкой, вот как будто бы было что-то похоже на своеобразные веснушки. Этим же цветом мы затемним нижнюю часть головы, где-то вот тут вот до уровня ротика. Затем немножко линию приподнимаем к носику и продолжаем идти по правой щечке. Также этим цветом покажем тени на руках. На правой снизу и сверху, на левой будет большая тень падать от головы. Затем на хвостик снизу добавляем и на ножки. Цвета номер 198 я прохожусь по границам. На голове особенно усердно это делаем, чтобы там были плавненькие переходы. Также проходимся по всем местам, где мы сейчас работали. На голове пройдитесь несколько раз, также можно и вот здесь вот на веснушках тоже, чтобы краешки были мягкие и естественные. Вот, в принципе, и все. Остается только добавить детали с помощью белой ручки. Ей мы можем наметить блики на руках, ногах, на коготках, на носике. Подправить глаза, также добавить блики на волосы в виде вот таких вот линий, на ушки, на сережки, на хвостик. И вот такая Соня маркерами у нас с вами получилась. Присылайте ваши результаты к нам в Инстаграм, мы с удовольствием их посмотрим и опубликуем у нас на странице. Ссылка на Инстаграм в описании к видео. Я вам напомню, что мы рисовали в нашем классном скетчбуке от Imperia Picture. Найти этот и другие варианты красивых обложек вы можете в нашем магазине на Wildberries Imperia Picture по ссылке в описании к видео. И на этом я прощаюсь с вами. Не забывайте поставить лайк, написать хороший комментарий и подписаться на наш канал. Всем пока и до новых встреч!